тяжелую атлетику Ксения Опекунова пришла еще совсем ребенком 12 лет назад. Тогда этим видом спорта всерьез увлеклась ее старшая сестра Юлиана, которая, кстати, и сейчас продолжает активно тренироваться. Пришли за ней, увидели, как это все проходит, и постепенно начали ходить на тренировки. Ну, сначала мы были детьми, ну, не понимали смысла, зачем вообще это делать. Но потом уже понравилось и ушли полностью в спорт. Ксения успела попробовать себя также в танцах и живописи, но в результате поняла, именно спорт – ее главное увлечение и призвание. Участвовать в соревнованиях девушка начала с 13 лет, сейчас – в 18. За ее плечами победы в более чем 30 чемпионатах и состязаниях. Ее тренер – руководитель клуба «Богатырь» и вице-президент Федерации Московской области по тяжелой атлетике Алексей Корытько уверен, все дело в волевом характере девушки. Упорство, целеустремленность, наверное. Вот, и умение терпеть, ну, нагрузки, то есть это очень, как бы, у нас в основном сейчас более такие детки, которые любят себя и нагрузки не очень переносят. Одна из последних побед Ксении – золотая медаль в первенстве России по тяжелой атлетике, которая проходила с 1 по 10 ноября в Грозном. Впрочем, девушка утверждает, могла показать результаты и лучше. В отдельном упражнении толчок мы подняли не те килограммы, которые я хотела бы, но все равно хорошо все было. Мы ходили на 105, но это, наверное, из-за технической ошибки я не подняла. Но это по силам уже давно мне. Мы это поднимали неоднократно. И в результате подняли? 101. 101. Но этого хватило на первое место. Борьба была и в рывке, и в толчке у нас. То есть до последнего подхода была борьба. Вот, мы на это как бы планировали, рассчитывали. Ну, удача в этот раз повернулась на нашей стороне. Мы выиграли. Поддерживать себя в хорошей физической форме Ксении помогает тренировки в зале 5 дней в неделю и заветная мечта. Хочется уже на международных стартах занять место, а не быть четвертой. Я несколько раз была, и пока что не удается на пьедестал идти, но в скором времени, надеюсь, буду. А пока Ксения готовится к новым соревнованиям. На всероссийском турнире «Серебряный гриф» и турнире Ленинского городского округа по тяжелой атлетике «Золотой Олимп» она намерена подтвердить свой статус победителя. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.